Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить комплекс. Так, на чем мы остановились? Но это то, что ты всегда влюбил в ней. Так, она не хочет, чтобы он кончал жизнь самоубийством. Нет, нет, это мой выбор, ясно? Так устроен на жизнь. Каждый выбор имеет значение. Я тебя чертовски ненавижу. А знаешь, я вернулся на тот пляж в Киндаре, чтобы убедиться. И та женщина была там. Дима. Она играла со своей маленькой девочкой. Она называла ее Эми. Прости, что оставил тебя. Получим достижение бунтарь доктор. Нет. Разве твоя мама не говорила тебе не целовать людей с опасными для жизни патогеном? Но я ценю это. Больше, чем ты себе представляешь. Погоди. В чем дело, Клэр? Поменяйся местами со мной, Рис. На этом этапе у тебя гораздо больше шансов выжить, чем у меня. Давай. У вас есть все доказательства против Кеннингстон. Убедитесь, что мир увидит их. Нет, Клэр, я сделаю это. Перестань. Биозащита остановит лабораторию, обнаружив твою инфекцию. Вы двое сможете убежать. Ну ладно, ладно, я соглашусь с этим. Типа она тоже что не выживет, а у него... Я обещаю, что мы разоблачим. Мы поделимся твоей историей с миром. Получим достижение камикадзе. Спасибо. А теперь достань меня с этой гребаной штуковины. Ты сделал это, Паркер? No. Нет. I'm sitting here. Я сижу вот здесь. И Клэр. Thank you. Спасибо. Let's do this. Сделаем это. Обнаружена химическая угроза. Тепловая вспышка активирована. Не могла сразу дверь закрыть. Сброс системы безопасности лаборатории Альфа завершен. Молодец, Клэр. All looks good to me. Кажется, все отлично, да. Она достанет нам клетки. Отличная работа, Эми. Я бы не сделала этого. Что ты сказала? Nothing. Ничего. Three minutes. Три минуты.
Эми, fuck that. Нет, Эми, нахуй это. Get a machine gun. Возьми пулемет. Тут, наверное, не пулемет, а автомат. Okay, ready? Mm-hmm. Хорошо. Здесь нам нужно переодеться. Наши костюмы привлекут слишком много внимания. Насколько все плохо? Can see the bone? Видишь кость? I'm gonna go to Я пойду в туалет для инвалидов и достану инвалидное кресло, okay? Хорошо? Переодевайся. Yes, ma'am. Да, мэм. Мы выглядим как пара клоунов. Эмили не шутила, когда говорила о службе безопасности. Хорошо, мы можем выйти из задней части здания. Он будет менее охраняемым. Чего мы ждем? Офис Натали внизу. Слушай, давай просто уберемся отсюда. Да, давай. Давай закончим то, что начала Клэр. Мишель, мы уже в пути. Стой, Эми, Теннант. Полагаю, трех минут было недостаточно. Мы знаем, что в теле Уикенда есть наноклетки. А до этого и все закончится без кровопролития. Ну это явно вранье. Просто сделай это, Эми. А, давай сделаем разумно. Натали скрывает убийство невинных мужчин, женщин и детей. Эмили, ты знаешь, что это неправильно. Я знала обо всем. Дубликаты наноклеток, эксперименты в Киндаре. Я наблюдала за всем этим, пока вы играли с пробирками. А теперь отдай их. Вам не уйти. Эми, используй меня. Ты всегда говорила, что я могу продать... Не говори ерунды. Да не использовать. Нет, стой, серьезно? Что ты хочешь, отдать меня? Умница, Эми. Да. Но я ухожу. Как так? Какого черта? Если вы застрелите меня, я застрелю его. Не двигайтесь. Нам нужен Рис живым. А я-то не знал, что она так сделает. Эми! Какого хрена? Какого хрена? Отведите в лабораторию сейчас же. Мне нужна Теннант. Я же не знал, что она его кинет. Блин, ну ладно. Натали Кеннингстон, основатель корпорации Кенсингтон, была арестована сегодня MI6 по подозрению в нарушении прав человека. После обнаружения отснятого материала, который доказывает ее причастность к незаконным химическим испытаниям на людях в Киндере, которые привели к гибели сотен, посольство Киндера отрицает какую-либо причастность. Блин, мне не понравился конец, я не знал, что она его бросит. Получим достижение «Человек-невидимка».
Найдено концовок 9, обнаружено сцен 75, принято 73 решения. А я могу... статистика, настройки... Нет, никак это сделать нельзя. Ну ладно, что ж такое, вот скомканный конец. Не нравится мне, если честно, такой конец. Могли бы хотя бы помочь там назад вернуться. Ну вот как контрольную точку, как в Detroit Become Human, там, чтоб я выиграл и переиграл там с определенного места. Вот. Ладно, хорошо, такая вот игра. Что же, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи, друзья!